За прошедшие сутки в Тюменской области выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии 1278 человек. Выздоровевших 19 человек. Проходят лечение 701 пациент, в том числе один ребенок. 6 пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сотрудники Роспотребнадзора просят соблюдать масочный режим и другие меры защиты. Новая как коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через близкие контакты. Когда человек кашляет или чихает рядом с вами. Когда капельки слизи и изо рта или носа больного попадают на поверхности, и к которым вы можете в дальнейшем прикоснуться. Вот почему так важно соблюдение масочного режима. Используйте как разовые, так и многоразовые маски. Постарайтесь меньше посещать общественные места, меньше пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов. Лучшим средством профилактики остается соблюдение режима самоизоляции.